кто-то использует культуру, а тоже как может быть культуру использовать технологии, как искусство использовать технологии. Ну, на самом деле, начнем читать культуру. Добрый день. Я продолжаю говорить, поэтому как бы буду вам немножечко говорить про искусство, которое использует новый канал связи, искусство, которое капиталистичное, искусство, которое понимает, как изменить общество. И я очень хочу, чтобы у вас там, в будущем, или у настоящих журналистов, не путались понятия, когда вам говорят искусство вокруг нас, не верьте. Это, возможно, дизайн, архитектура, все что угодно, но это не то искусство, которая находится в противоположке, которая необходимо рассматривать совершенно другие позиции. Это не важно, какими средствами это искусство пользуется. Оно может быть пользоваться видеокамерой, может пользоваться интернет-пространствами, сетями, может пользоваться просто гипнозом. И таких примеров очень много на сегодняшний момент, поэтому мне вот очень важно было, чтобы вы понимали, что да, изменилось само искусство, изменилось само современное искусство. Конфликт не исчерпан. И конфликт как раз состоит в том, что новейшее искусство, вот как демонстрировал Николай, это был очень удачный в самом начале конференции пример, группа ЕПА пытается создать новые коммуникации между автором, между зрителем и между произведением искусства. Поэтому в следующий момент мы можем говорить о том, что визуальные практики, визуальные объекты, вот искусство, к которому мы привыкли, то искусство, которое можно украшать как музейные стены, так и дома и дальше, оно приходит к этому не надо на сегодняшний момент. Сегодня мы можем говорить о сервисах, о практиках дизайна, не архитектуры. Мы можем говорить о другом понимании современного искусства, которое не пытается рефлексировать сегодняшнюю жизнь, которое пытается дискутировать, которое пытается уничтожить себя, и быть как бы на новые пути вот, взаимодействия сегодняшним обществом. Когда говорят, что технологии как бы не появляются в нашем обществе, в России, в достаточной мере, да, наверное, это важно для развития современных городов. Но для развития, собственно, искусственного поля современного искусства, единых проектов, может быть, даже это счастье, потому что все-таки архитектура искусства, если мы вспомним период нашего авангарда, туризм, дипломатизм, вот это всегда обладало какой-то тончайшим физическим отношением к действительности, к цифровой литературной основой, и технологии часто только портят эту действительность, потому что они придают очень много аттрактивности, как бы сегодняшнему дню, а искусство, оно, в общем, по сути, не аттрактивно, оно достаточно сложно для восприятия, и, ну, конечно, когда говорят о современном искусстве, для многих зрителей оно вызывает формат поклонения. Это что? Это то, что показывали вам на Московской биеннале, или то, что превратилось в свою мышцу, что стоит за этим современным искусством? А за современным искусством, конечно, стоит, вот я еще раз повторю, для русской основы стоит желание художников рефлексировать на тот мир, который существует, а в современном искусстве нам нет рефлексировать еще и на те инновации и системы связи, которые возникают. Вот для того, чтобы понятнее как бы обращаться к современному искусству, я вам, наверное, приведу четыре проекта. Первый проект — это проект «Замужем Пайпа», который в 60-е годы первый взял видеокамеру. Кстати, камера ему была просто подарена фирме «Сыни Пантабак», его и Юрию Уорхолу, потому что они считают для меня самым важным художественное направление, и потому что, понятно, что производители технологии поняли, что только художники могут вообще предсказать путь развития технологии, другой иной технологичности, да, а будет развитие того, нового общества и новых отношений к этому обществу. И что делает нам Шупак? Он посылает просьбу по всему миру своим друзьям, художникам из Франции, из Японии, из Италии, из Кореи, из Германии. Пишите мне съемку того, что происходит вокруг вас. Просто снимайте все, что вы видите. Это реклама, это классические данные, это современное искусство, это перформансы. И ему прислали эти кассеты. И эти кассеты он сказал, это постоянные полночасовые видеожурналы, в котором как-то была включена вся жизнь вот этой мировой деревни Маклюева, которая была вокруг. Дело в том, что в середине столетия
и очень интересный форум в Америке, вот сегодня говорила о музыке Америки, о конце музыканты, но душевно нам журналу было дадутся создать субтитровой телевизии, что он его создал, и это видеожурнал. Да, это был широкий видеожурнал, который выпускал каждый месяц. Он посылал по всему миру, и его друзья копировали, какое количество копий, в каком он копировали. 30-50 давали эти друзья. Знаете, еще один новый канал, взять еще один новый технологий, художник креативный, придумывает вот эту модель, как-то эти пути развития телевидения, в данном случае спутникового развития телевидения. Очень страшно недоволен, следующий пример. Страшно недоволен тем, что происходит с улицей современного искусства. И другие художники пытаются закупать эту сферу. Они как бы говорят, что они инфицируют рекламу, но на самом деле они не просто этой культурной машины развлечения. Получается, что они очень даже этой машины развлечения. Группа молодых художников, которые когда-то сидят, то есть художники, которые начинают выходить в интернет-пространство, им кажется, что там свобода, там много есть, там много каналов коммуникации, это развитие. Они просто берут и выкладывают сайты, будущие выставки, документы, которые, как вы знаете, не правильно представлены современное искусство. Они делают свойства художников, и люди, которые поедут по документу, люди, которые поедут по документу, понимают, что это правильное сообщество, это один процент, командирует целых 3%. Художнику, который дает это хочет. Если вам гениальная стратегия, понимаете, как главное это инвестиционная ошибка, главное это проект. Конечно, если кто-то не был еще на сфере галереи на арт-фуд. Которая очень хорошо уже активируется в этой истории XX века, да, потому что само название уже присутствует название группы Брюсов, группы, куда пойдет Максим Майк, Джон Кейшин, другие художники 60-е годы. Прекрасно активируют группу Лиды, которые создавали свое государство, потому что миссия художников создавать свои креативные как бы, города, свои государства, свои связи. Государство может не переделать, так же, как художник в Америке, во Франции не переделает свое государство. Но он, возможно, создаст другую структуру, другую коммуникацию, которая приведет как можно больше и больше людей. И вот я хотел бы сейчас привести цитату из прекрасного немецкого художника Альберта Мюллера. Абсолютная утопия – это делает из искусства. Потому что когда сама жизнь стала искусством, а освобожденная форма работы, освобожденная форма жизни. Если хочешь обратиться в чистое счастье, тогда это искусство. Это не останется. Вот люди, которые попробуют, это чистое счастье. Вот искусство, правда, это не технологический продукт, который служит искусство, а это отлично, что это существует, это отлично, что это помогает вам культуре понять, что стоит за этой преградой, что стоит за вот эти понимания современного искусства, новые стратегии, новые тактики, переходы от визуальных практик к социальным практикам. Поэтому и вторая моя дискуссия, наверное, сегодня рассказать вам про Роза. Он был в моей дискуссии. Я понимаю, что дело это бывает в российских выпускных медиа, потому что он человек, который показывает в новых медиа, потому что он с самого начала, значит, 90-х годов, как раз работал в стратегии современного искусства и институтом журналистики, масс-медиа и современного искусства. На входе это один из самых интересных моментов, который происходит. Поэтому каждый из вас, каждый журналист, может быть точно так же художником. Но только когда ты забываешь, что за этим искусством стоит современные технологии, это новый канал коммуникации, это новый канал связи, это новое понимание того, почему ты сделал мой этот. Вот, а я тогда вам предложил, как я не могу взяться, задать вам пути,
искусство социальной теории практики современного искусства. Где мы, конечно, как бы пытаемся преподать не только теоретические аспекты функционирования, но и вместе с сегодняшним миром, это и видеть теория, и история искусства новых технологий, и все основные жанры именно, но и представить технологию. Нет, технологию получить нельзя, потому что можно, конечно, в сегодняшний момент получить, но требует на правильном карте, да, но это вам не нужно. Это уже технология, сегодняшний день сейчас. Художник должен вести какой-то запас энергетики у новых каналов, у технологий, которые и может быть в помощь как бы для этого проекта. Такова технология будет больше, чем была. Это очень хорошее понимание интернета. Ну и еще, любой интернет-коммерческий талант. Вот, права на следующий момент, какой талант очень Ой, как же мы должны взять, посмотреть ролики, которые висит в сети «Опру бизнесмен», как она называется? Дальше еще много там таких проектов, да, 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 да.